Глухая летняя ночь шла к концу. Небо было без туч, но беззвездно. Мелкая пыль, подбиваемая ветрами, засорила воздух, сделав его непрозрачным. И даже луна еле пробивалась сквозь тьму. Только света от нее было немного. И все же ощущалось, что вот-вот забрежет. Тьма не была уже густой. Это Эдуард Кондратов. Роман «Жестокий год». Самарец Кондратов о самарском жестоком годе. Возвращаемся на 100 лет назад. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».